ты вышел весь. Ты никому не нужен, жесткие принципы не спасают. Они не гнутся, они сразу ломают. Остановиться и оглянуться. Ага. Остановиться и оглянуться. Я их так люблю. Так люблю. Но ведь нашим людям, им важны только слова, они же как дети. И вот есть у меня одна мечта, что когда приедет Пласибо в Москву, чтобы вместе с ними выступила какая-нибудь хорошая наша русская группа, чтобы все смогли оценить красоту. И тогда больше не будет вот этого, не будет этих идиотов. И это была бы настоящая культурная революция. Да, культурная революция.